Привет, друзья, с вами Кирнекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Kingdoms Reborn. У нас зима, и, собственно, сегодня мы с вами возьмемся за второй жилой комплекс. Казалось бы, простая задачка, да хрен там плавал, как говорится. Так, автосохранение, загрузка, все одновременно. Давайте посмотрим, наш охотник здесь справился с задачей. Да, как мы можем заметить, у нас по городу больше не бегают медведи. И это уже огромный плюс. Так, огромное количество урожая, тонны пшеницы, с которой все так же у нас остались вопросики. Рабочих у нас нет. В этом вся проблема. Я бы сейчас налаживал дальше производство роскоши, но практика показывает, что мы сейчас повторно начинаем наращивать население за счет того, что освободились дома. Поэтому чем быстрее мы сейчас отстроим этот городок, тем будет лучше. Так, давайте еще раз показатели фертильности. Как видим, вот эта зона, по сути, мертвая в плане фертильности, но не значит, что она неэффективная. Ее можно заставить как раз-таки админ зданиями и жилыми массивами, либо же. Но здесь еще есть боковые точки. Я думаю, что мы в конечном итоге придем к тому, что мы просто все зеленые места будем засаживать полями, и уже между ними будем как-то пропихивать админ здания и дома. Так, окей. По камню, кстати, у нас что? 5000 камня. Мы, по идее, можем уже начать перекладывать дороги. Ну, давайте это на следующий раз перенесем, серьезно. Мы начнем сейчас делать уже сразу каменные. Но на будущее мы перенесем, ну его нафиг. Так, давайте вот здесь сделаем диагональную дорогу. Я понимаю, что вы, наверное, с этим не то чтобы согласны, но я хочу вот это место максимально сэкономить. Что за херня? Ах ты мразь, оно ее коряво ставит, оно не делает уголок. Ладно. Я человек простой. Вижу не сделанный уголок, сам сделаю. Так, давайте смотреть сразу. У нас есть куча универсальных карт. Нам нужна библиотека. Библиотека сейчас. Они должны все находиться условно в центре. Условно. И уже от центра мы будем плясать. Соответственно, библиотека у нас здесь. Дальше добавляем рынок, он называется. Да, рынок. Добавляем рынок, здесь делаем отступ проходной, чтобы у нас улочки организовались. Так, и что еще было? Школа. Школа, по-моему, еще была. Школа есть такая. Ставим напротив библиотеки. Не напротив же рынка ставить школу. Так, комбо у нас сработало. Продуктивность, соответственно, всех этих зданий увеличится. Замечательно. Так, здесь мы тогда поступим вот как. Мы здесь выведем дорогу. Я не вижу. Вот этот блок. Выведем дорогу сюда и отсюда по прямой заведем в центр города. Так, это уже похоже на то, что нам надо. Отдаленно. Так, и дома обычные. Я думаю, что я вот эту площадочку оставлю. Может, у нас появится просто еще какое-то здание, связанное с админкой. Поэтому на всяк пожарный. Кстати, в песках людям очень не нравится жить. Но при том все равно привлекательность 70%. Это не то, чтобы низкий показатель. Каку сделал. Убери каку. Так, фертильность давайте вырубим. Мы знаем, что ее здесь почти нет. Так, еще раз. Ставим сюда. Ставим сюда. 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 Так, эти точно попадают в зону. Дальше здесь будет... вот этот провальчик мне не очень нравится. Ну ладно, давайте так тогда пойдем. 3, 4. Там уже залазим на чужую территорию. Здесь у нас основная улочка. Тут мы уберем камни и, по идее, должно стать покрасивее, поэтому давайте забьем на это болт просто. Сделаем вид, как будто бы ничего нет. Так, ты, дорогуша, есть. Здесь мы оставляем место, но можем продолжить строить здесь. Вопрос теперь, правда, в том, что я не знаю, насколько большая зона. Ну ладно, давайте просто продолжим. Не будем задаваться лишними вопросами. Нам чем больше жилых домов, тем лучше. Я надеюсь, что они камни сами поубирают, как они делают с деревом. Но если что-то пойдет не так, мы забьем на это болт. Так, вот здесь, кстати, вопрос. Я не уверен, что... Хотя они, в принципе, все одинакового размера. Давайте вот так, вот так, вот так. Немножечко животным заберем. Ну, как стартовая часть, то, в принципе, достаточно. Давайте запускаем. Единственное, что я вот здесь все-таки забрать камень. Твою мать. Не все, не надо все собирать. Так, камень отсюда, камень отсюда. Иммигранты, добро пожаловать. Продуктивность, давай еще одну княженцию.
Проблема в чем? У нас строителей-то толком нет. Сейчас уже должны были появиться. Да, 10 человек уже есть. Давайте, ребяточки, я понимаю, что работы здесь охереть не встать. Давайте я вам помогу с самыми неприятными зданиями. Вот так, замечательно. И теперь просто быренько сюда все заносите. Так, еще раз проверяем по зонам. Ну, в принципе, неплохо. Значит, у нас сверху еще есть запас. И снизу, по идее, тоже есть запас. Давайте их сразу тоже застроим. Так, снизу у нас здесь... Мя! По одному зданию только выйдет. Ну, лучше так, чем никак. Так, здесь повторяем ту же самую фишку. Проблема еще в чем, что у домов стандартно идут обычные грунтовые дороги. Что не очень хорошо, но ладно. Так, ставим сюда, ставим сюда. Не влазит. Ставим сюда. Тут привлекательность уже говно. Но мы на это закроем глаза. Так, и проводим центральную дорожку. Все, ребятки, работы у вас охереть сколько. В принципе, мы можем сейчас деньгами все отстроить. Но я, наверное, все-таки не буду за это браться. Неблагодарно это дело. Так, давайте. Сейчас самое обидное, что мы, скорее всего, ощутим еще сильнее боль по теплоресурсам. Потому что это целый огромный жилой квартал появится. Но, с другой стороны, у нас появится куча рабочих рук. То есть, как бы, такая витиеватая штучка. Так, ребятки, вы что, не успеваете собрать? Вам что, сюда еще один логистические услуги поставить? Будьте добры. Так, древесина есть. Этот уже по 426 таскает. Ты мой герой. Именно ты наполняешь наш бюджет. Именно ты красавчик. Так, здесь пока что, как вы видите, лес, в которых стоит библиотека, рынок и школа. Стоп. Вот это вход же в школу, да? Тогда у них очень задний вид красивый. Да, и центральный вход, нам столы, еще какая-то дичь. Симпатично, симпатично. Давайте, ребятки, все здесь выдолбить не так много времени занимает. Но зато потом. Потом будет красотища, скорее всего. Так, я сейчас должен убедиться. Бляха, они реально не успевают собрать. Эти ребята начинают быстрее собирать новый урожай. А как так вышло, кстати? А как так вышло, что здесь еще даже не выросло, а здесь уже собирают? У нас, походу, гораздо серьезнее проблемы с людьми, чем я думал, да? И у нас инструменты еще и под конец подходят. Я не могу столько крафтить. Так, давай сюда продуктивность. Сюда меньше потребления. Тут продуктивность есть, тут продуктивности нет. Держи. Давайте как-то там это выруливайте, что ли, я не знаю. Там комбо вообще должно было сработать на этих же зданиях. Но по скорости я бы не сказал, что комбо сработало. Ладно, оставляем пока как есть. Так, с хлебом у нас что? О боже, хлеб пошел вверх. Быть не может, подождите, подождите. Хлебушек, да, производим 4300, потребляем 4. Замечательно. Все, инструменты закончились, люди уже жалуются на отсутствие инструментов. И очень медленно передвигаются, кстати. Так, давайте, где вы не убирали, я быстренько за вас отстрою. Потому что это реально года пройдут. Парочку хотя бы домов. Потому что у нас вот уже на пике населения, поэтому чем быстрее мы сейчас это все задвинем, тем лучше будет. Так, там, где вы уже разгребли, уже сами достроите. Тихо. Так, убери. Так, есть, есть, есть. Брп! Пол района появилось. Так, грейдим камень то, что не загрейджено. Кирпич то, что не закирпичено. Недостаточно ресурса, да, понимаю. Да, с инструментами прям беда, слушайте. А, давайте-ка, раз у нас бабок до хера, попробуем на закуп инструменты. Инструменты каменные по 10 стоят, а железные... железная руда, или они не переведены? Они не переведены. Железные стоят по 28. Высококачественные инструменты сделаны кузнецом из железных слитков и дерева. По идее, они должны жить дольше. Это не точно. Но они очень дорого нам обойдутся. Всего лишь 100 инструментов нам будет обходиться в 2800, а это очень много. Давайте все-таки в каменные... Каменные инструменты нам обойдутся гораздо дешевле. Так, по импорту давайте, чтобы у нас всегда было 200, закупаем по 240, если будет такая возможность. Хотя мы сейчас постоянно продаем этот, да?
Нам нужно еще эти здания ставить тогда. Ну, потому что мы не вывозим просто по объему. Ладно, настройку пока оставляем. Еще раз, как называешься? Торговая компания. Так, торговая компания нам обходится достаточно дешево. Давайте здесь сделаем целый ряд этих компаний. Комбо сработало, отлично. Отстроили сразу же. Объем увеличился до 360, и, соответственно, мы сейчас начнем закупать по чуть-чуть, но инструменты. Здесь надо бы тоже увеличить, на самом деле. Вся проблема в том, что они, походу, импорт... товары, которые идут у нас на экспорт, они их ставят, по-моему, в приоритет, что мне не очень нравится. Так, ну, часть инструментов мы закупили. Потом будем смотреть, если у нас будет переизбыток... А хотя, как же, подожди, мы не отследим переизбыток. Нам надо тогда здесь поднять до 1000, чтобы мы могли увидеть переизбыток, если он случится. Так, хорошо. С этим разобрались, медикаменты есть. Мед травы у нас очень много, а самих медикаментов очень мало. Так, и по людям что? Люди начали по чуть-чуть плодиться и заселяться сюда. Проблема в том, я не знаю, насколько здесь хорошо логистика будет работать. Так, добавим еще 3 слота. Сюда пока натаскали только дерево, даже не уголь. Вот в чем проблемка. Дороги еще не доделали. Так, мы закончили что? Мы закончили отопление, по-моему. У нас еще и земледелие очень дорогое. Лучник мне не нужен. Так, книга... устойчивого развития, книга производительности, господи. То есть я должен одну прокачать, и тогда эти появятся, да? Давай производительность. А мы всего 10 книг можем сделать. Это херово. Но, в принципе, нормально. Так, бережливость уменьшает содержание. Ну, бля, содержание — это такая себе вещь, жиденькая. Да понял я, что получил книги, что вы меня удивить пытаетесь или что? Так, канцелярия ученых. Давайте я вам, ребятки, вот это закину. Сколько у вас обходится? А, стоп. Стоп. Мы его поставили, но у нас здесь нет людей, и мы не производим карты. Так, производительность и устойчивое развитие. Карта производительности стоит 100 бумаги. Матерь божья. Так, за каждый дом 4 уровня плюс в этом городе максимум 40% можем получить. Скорость работы на 10% за стекло. Мы можем, по идее, начать закупать те же железные инструменты именно с целью апгрейда зданий. Ну, потому что клепать книги — это прям очень хорошо. Правда, у нас пока что, наверное, не хватит объема в плане производства бумаги. Сейчас сколько? Из 8 дерева 16 бумаги всего лишь. Это с двумя книгами и с грейдами. А это очень херово, на самом деле. Так, мигрантов давайте. Сейчас будем их по чуть-чуть это... Будем по чуть-чуть их приводить в порядок. 355 человек, 385 мест есть. Тут по чуть-чуть пытаются отстраивать. Так, вот поехал парень с рынка. Он вообще какими-то своими путями идет. И что он сейчас притарабанит? Тут просто должно быть 6 рабочих. А такое чувство, как будто он там один бегает. Ну ладно, двое. Хлеба привезли. Логично. Но маловато. В любом случае, рынок, по идее, будет справляться, особенно с 6 людьми. Тогда за это пока что можем не переживать. Основная задача теперь тогда обустроить здесь все и проверить, выдержим ли мы логистическую нагрузку. Если да, супер, нет, ну... Что поделать? Ничего страшного. Главное, чтобы по ресурсам мы не проседали. Все остальное нас, в принципе, мало интересует. Так, хлеба опять не хватает. Ребятки, у нас невозможно такое огромное производство, насколько вы много жрете хлеба. И нам надо будет все-таки, наверное, еще угольщиков делать. Так, давайте я сюда втыкну беспалевно. Так, импортировать стекло. У нас оно пока не открыто. Бляха, а что оно такое дорогое? Так, 100 по 100 минус 4000 сейчас будет. Сейчас попробуем угольное перевести. Получим за это к скорости работы плюс. И может быть, таким путем мы сможем не строить новые угольные переработчики. А может, не получится. Так, заодно еще пивашные можем заградить, кстати. Пивашные пусть работают.
Вот в чем проблема. Я не уверен, сколько у нас всего углежога. По-моему, 3, да? И, по-моему, это маловато, нет? Это как-то слегка маловато. Так, у нас появляются свободные рабочие. Это очень хороший сигнал. Это значит, что рынок этот сейчас станет работать эффективнее. Не знаю, насколько. Мы это все увидим. Опять же, штуки. Но мне визуально, кстати, очень сложно отличить 20% скорости и 30% скорости передвижения. Но я думаю, что нам надо будет все дороги переделать. Тут даже дороги еще не все, если что. Вот в чем ужас. Так, а что сюда тюльпаны не везут, я не понял. Дайте людям тюльпаны. О боже, мы по вину вышли в плюс даже. Нихера себе, у нас теперь появилась второго уровня роскошь, которая у нас в плюсе. Так, а здесь что? Книга, модная одежда, ювелирные изделия, шоколад, карманные часы, туалетная бумага. Понимаю, туалетная бумага нынче роскошь. Так, логистика пятая. Увеличит грузоподъемность всех жителей вдвое. Почему я это еще не прокачал? Исследование завершено. Так, это нам уже ого-го как поможет. Так, песчаная шахта и, соответственно, здесь стекольный завод, да? При этом почему-то она идет после выплавки золота. Ок. Просто ок. Давай песчаные шахты. Стекло очень дорогое. И поэтому, да, было бы логично его самим все-таки производить. Так, регулировка выплат. Открывает возможность регулирования уровня оплаты рабочего времени. Увеличение уровня оплаты ведет к повышению счастья и эффективности работы, но также увеличивает содержание зданий. Хорошая вещь, однозначно. Пусть будет. Да я знаю, что исследование завершено. Так, плавильня золота. Не, спасибо. Песчаная шахта, пожалуй, давай. Стекольный завод, давай. Так, добывает песок с пляжа или реки. Из песка можно сделать стекло. Логично. Так, это у нас стекольный завод. Производит стекло из песка и угля. Да бляха, хватит меня в этот уголь тыкать. Сколько можно? Так, у нас есть здесь где-то места? А, во! Бляха, ну лесник будет не рад. Лесник будет жопа как не рад. Хорошо, вот здесь давай глянем. Во, здесь идеальное место. Я не знаю, сколько туда рабочих лазит. Вот еще в чем вопрос. Ну давайте, раз. Песчаная шахта, два. А что такое? Ага, один блочек мешает. Комбо сработало, замечательно. Так, добавляем сюда дорожку, раз. Дорожку, два. Так, хорошо, и... Раз у нас здесь вся зона под промышленность идет, тут будут еще пекарни, тут будут еще угольщики, то есть вот эта зона у нас свободна пока что. Давайте тогда еще сразу же стекольный завод. Тебе же не имеет значения, где находиться, правильно? Бляха, тут вот этот кусок горы. Ни туда, ни сюда. Так, если что, здесь еще будет песчаный, соответственно, тебя можем уткнуть в упор. И здесь можем сделать маленькое хранилище. Гляди, пригодится. Все, ребят, удачи в работе. Я вас не отвлекаю. Так, кирпич у нас пошел в плюс. По чуть-чуть, да. Так, баблишка идет пока что. Сейчас, когда мы получим грейд регулировки выплат, мы, по идее, скорее всего, сможем повысить продуктивность. Ну, либо радость хотя бы от работы, что будет уже неплохо. Но при этом мы немножечко подубавим наши доходы. Что ничего страшного. Строительные расходы сейчас 933. Прибыль земель 838. Торговый путь плюс 100. Роскошь нам дает 262. Соседство 237. От сохранения, уйди. Угу. Так, привлекательность 101 и базовый 565. Ну, мы неплохо идем. Так, а у нас еще соседи. Бляха, ну зимой мы нихера не найдем соседей. Так, о, чуть лучше. Так, здесь у нас больше соседей нет. Но вот здесь еще у нас есть товарищ. Это кто? Аторидель. Он на берегах находится. В принципе, можем к нему прокинуть дорожку, поставить караван еще. Но я думаю, пока без них справимся. Так, мигрантов принимаем. Счастье выше 60, это не просто производительности. Давай, это мы тоже используем скоро. Так, здесь у вас как процесс? Дорогу сделали, красавчики. Так, может мы это, спасем вас от этой каторги. Не отвлекайтесь на сие делу. Хобача, замечательно. Недостаточно ресурсов, шо? А, ну песка нет, логично. Так, здесь давайте запретить все, пищу нафиг, роскошь нафиг.
Песок выглядит как уголь в корзиночке такой же. Сырой кофе. Где песок? Еще раз. А, он в черной корзиночке. Агава, какая-то хрень. Нефть, песочек. Все, оставляем сюда только песочек. Весь готовый продукт куда-то туда вынесите. Я вас в этом плане отвлекать не буду. Очень много народу требуется на эти производства, что меня не радует совсем. Так, повышаем на 20 производительность. И здесь еще на 20 эффективность можно поднять. Что, начнем закупать такие железные инструменты? Давайте поставим Iron Tools. 200 закупаем по 100. Пока можем себе позволить, надо продолжать. Так, меня только вот что смущает. Какая разница между этим и вот этим стекольным заводом? Производит стекло из песка и угля. Производит изделия из стекла и угля. Понял. Но нам это тогда пока не надо. Я уверен, что там будет какая-то роскошь. Сейчас даже узнаем, какая. Водка, свечи, вино, одежда, текила, волшебный гриб, кофе, изделия из стекла. Вот, пожалуйста. То есть здесь есть роскошь, она нас не интересует. Так, регулировка выплат. Теперь надо найти, где это находится. Регулировка. Открывает одно регулирование рабочего времени, увеличение уровня оплаты ведет к повышению. Хорошо. Так, открывает одно регулирование рабочего времени. Увеличение рабочего времени приведет к более высокой эффективности, но снижению счастья. Нас это интересует. Что-то до хера стоит, да? 23 тысячи. Так, у нас теперь оно есть внутри зданий. Да, вот. Мы можем теперь повышать доходики ребят, что увеличит их радость. И мы должны будем... Вот, поднимаем всем пекарям радость. Да-да-да-да-да-да-да. У нас доходы сразу же навернулись. Так, а если мы вернем назад? Ну, у нас, кстати... Ну да, но на 200 наворачивается, на секундочку. Это довольно серьезный показатель вообще-то. Ну ладно, пока работаем здесь, и давайте здесь ребятам поднимем. 100 радости на работе, все. Что еще надо для удовольствия? А потом будем уже корректировать, исходя из... как он называется? Исходя из того, сколько часов они будут работать. Когда мы начнем регулировать их рабочее время. Так, как у вас здесь дела? Так, рыночек по чуть-чуть насыщают и едой, и нужными продуктами. Дороги почти доделали. Здесь у нас пустое место, здесь дома все готовы. Остались чуть-чуть домов и чуть-чуть дорог. Уже вместимость 466. Так, я думаю, что мы можем выкупить эту зону. Забрать ее и двигаться, наверное, к вот этому товарищу. По чуть-чуть. По чуть-чуть. У нас здесь, кстати, фертильность что позволяет? Мы можем, по идее, хлопком заняться, но я не уверен, что в этом есть смысл, честно говоря. Так, все, проход к этому дружочку есть. И мы сможем, по идее, с ним... 15 производительности. Давай. Так, семена красителей. Супер. Супер-пупер. Так, давайте быстренько здесь все отпылесосим. Был улучшен до 4-го. А мы на каком уровне? Подождите. Где наше главное здание? А мы так до 4-го не поднялись. Ребяточки, поднимаемся. Так, следующая технология следующей эры. Ваша ратуша 4-я. Разблокированы карты. Не жмись, поделись. Разблокирована возможность установить цель доставки. Вы можете установить склады рынок, где будут храниться продукты здания. Так, чтобы установить цель доставки, нажмите на здание, чтобы открыть его панель. Установить цель доставки, выберите цель, в которую хотите доставлять. Это звучит неплохо. Звучит неплохо, но по факту, скорее всего, будет бесполезно. Так, шахты истощаются на 50% медленно, это то, что мы закупали. 10 продуктивности ферм в лесном биоме, 20 продуктивности мастерской каменных инструментов, по всей видимости. Хорошо, работаем дальше. У нас проблема большая с медикаментами. У нас огромное количество трав, но самих медикаментов у нас почти нет. Давайте здесь загрейдим. Вот, есть теперь установить цель доставки. Так, здесь загрейдим, по идее, они теперь чуточку быстрее будут производить медикаменты, но сейчас глянем. Сейчас глянем, сейчас узнаем. Так, тюльпанчики идут, это все идет, здесь работает. И здесь пошло первое стекло. Давайте стекло уберем тогда из перечня закупок. Инструменты пока оставим. По инструментам давайте загрейдим вот здесь.
Давайте, ребяточки. Так, он сделал одну карту, да? А, он книги производительности клепает. Ты ж моя бусинка. Так, давайте сюда натолкаем. Мотивацию хотите? Кстати, стоп, счастье выше 60. Это общее счастье, по всей видимости, да? Это не то, чтобы крутяк-крутяк, но, в принципе, норм. Так, итого 16 песка и 16 угля дадут нам 31 стекла. Плохо это, хорошо, это норм. Вот что я могу точно сказать. Это однозначно норм. Так, держи еще буст по производительности. А почему у тебя, кстати, этот... Содержание? Что, содержание такое большое? Нет. Держи энтузиазм. Так, замечательно. Вам содержание надо? Нет. Вам надо? Вот вам не помешает. Все, замечательно. Здесь мы работаем в плюс. По еде 20 тысяч еды. Твою же мать! Что ж с этим делать? Да, я уже вижу эту перестройку дороги, мне становится немножко больно. Больно внутрях. Так, хорошо, с этим разберемся. Хлеб что? Хлеб все так же в жепе. Так, ждем рабочую силу. 67 рабочих ручек есть. Проблема, правда, в том, что те рабочие ручки живут совсем далеко-далеко. И, соответственно, я не знаю, насколько эффективно будет устанавливать здесь производство. Но мы проверим. Нам ничего не стоит. Правильно. Нам ничего не стоит проверить. Так, комбо еще сработало. Отлично. Давай еще разочек. Комбо второго левела. Здесь у нас дорога есть. Это мы во сколько выйдем? Это еще на 2 больше. Это почти в 2 раза больше будет производство. Тут нам больше ничего не надо. Уголь будет стаскивать сюда. Давайте дорожку я вот сюда проведу. Здесь замените, будьте добры. Хотя бы в какой-то области заменить. А то это уже не смешно. Так, поставим здесь. Их тоже полностью загрейдим. Книженцы им накидаем. Так, автотрейд импорт делает литфули бекус сторож арфу. Опа-па-па-па-ра-па-па-ра. Так, подождите, если у нас хлебобулочные продвигаются сюда, давайте-ка я здесь еще склады напихаю. Сюда два хотя бы влезет? Два влезет. Так, сюда уже не лезет. Поставьте-ка сюда склады. И у вас за жопкой пусть тоже будут склады. На всяк пожарный. Раз вам прям так не хватает. Вот так. И вот здесь еще два, да? Красота. Все. Напихали по полной. Ускорим этот чудо-процесс. Так, склады готовы. Все. Надеюсь, что выпендрежа не начнется. Основная проблема с медикаментами. Давайте их тоже... На продажу... Как они? Лекарственные травы, да? Они вроде бы как дешевые. Вроде бы как. Так, оставляем... Да даже 2000 много. 1500. 1500 оставляем, по сотке продавайте. Каменных инструментов у нас уже 1000, что? Таргет инвентарь 200, то есть они не докупают. Окей. Как скажете. Так, продавайте, продавайте, продавайте травы. Как видите, медикаменты закончились, но без медицины наши товарищи не останутся. Так, углежоги тоже давайте быстренько построим. Зачем вот эта вот возня? Так, раз, два, три, перевод, перевод. Раз, два, три, перевод, перевод. Мотивацию желаете, например. Так, из 8 дерева 46 угля, здесь из 8 55, потому что здесь есть энтузиазм и продуктивность. Понимаю. Но в любом случае работать буду. Так, и давайте им поднимем же. Поднимем же зарплатку. Так, все, мы вроде бы в минус сильно не улетаем. При этом дополнили производство угля. Хорошечно. Так, давайте, кстати, попробуем. Установить целевое хранилище, куда будет поставляться выходной ресурс. Давайте проверим, насколько это будет удачно работать. Вот сюда. А что там еще есть? А, можно удалить еще цель. Понял. Понял, принял. Сейчас глянем. Достаточно много времени занимает, кстати, пережарка угля. Вот почему он у нас постоянно в недостатке. Так, consume less давай.
Куда нам нужно консюм? Вот сюда вообще надо бы консюм. Так, продуктивность. Счастье от работы, производительность. Хоба! И минус 30 бумаги на одну карту. Замечательно. У нас бумага есть? Бумага есть. Шерсти до хера. Муки пока хватает. Нормально. Так, получили... Что-то... График работы мы еще получили. Foreign investment. Allow building in foreign land to help allies. Oh. Строительство foreign quarter. А зачем? А что? Что нам это даст? Колонизация. Строительство колонии, портовая колония. Так, это звучит, конечно, интересно. Вот это очень интересно звучит. Ферма волшебных грибов. Только надо 80 домов 4 уровня. И сюда же скотоводческое потом идет. Но волшебные грибы интерес. Не исключаю. Ну давайте обжарку кофе запустим. Кофе у нас числится как роскошь какого? 2 уровня. Да, кофе это 2 уровень. Книги, модная одежда, ювелирные изделия, шоколад, карманные часы, туалет пепер. Окей. Надеюсь, все будет хорошо. Туалет пепер, я только сейчас понял. Ладно. Так, забирайте. Проверяем еще расклады. О, ну все, сюда натаскивают народ. Только какого хера сюда тащат древесину вместо угля? Наверное, угля просто не хватает, поэтому и тащат. Я думаю, что нам нужны еще угольщики. Мне кажется, они тупо не вывозят. Они даже если сюда отскладируют. Да, они привезли, сразу же прибегает чувак на колесницах и забирает это все добро. Что меня печалит. Грибы мы можем исследовать, но мы их пока что не сможем построить. Мне даже исследования не дают. Понял. Давайте тогда попробуем строительство в чужих зонах. А обжарка кофе пока не интересует. Спасибо большое за предложение. Да. Чуть-чуть не то, что надо было, но в целом... В целом сойдет. Так, рабочие часы, если мы поднимем вот так, на 20 сразу режут. Хо! Если так, то режут до 20, баляха. Но тогда будем 5-4 ставить. По идее, должно сработать. Давайте меняем везде на 4. Настроение 60 на работе не самое худшее настроение, так что... Нормально. На полях мы это не регулируем. Здесь мы повышаем. Тут даже 70 вышло. Так, у этих у всех ребят повышаем. По деньгам мы не просели? Не. Кстати, а с лесорубами это не работает. Обыдно. Так, повышаем. Замечательно. Что нам еще? Хлебобулочные. Хлебобулочные тоже повышаем производительность. Стоп. А почему у меня хлебобулочные не грейджены вообще? Так, все хватило. Все, пекарня теперь топчик. Производят из 20 муки и 4 угля 184 хлеба. Это имба. Хлеб, всему голова, серьезно. Это же грязь. Это грязь, объективно. Сколько? 45 рабочих есть. Зона выходных ресурсов заполнена. Производство приостановлено. А что вы используете как зону выходных? Вы что, в дома прям таскаете? Ах, вы ж ебобошеньки мои. Так, давайте я вам здесь... нихера я вам здесь не сделаю. Здесь я мог бы еще что-то влепить, но мы им здесь... Бляха, да и здесь нельзя нормальный склад сделать. Так, у нас здесь как разделены? Давайте вот этот склад полностью отдадим под хлеб. Запретить все. Сюда должны быть вкусные хлеба. Будьте добры, разберите склад. Они затыкали этот склад почему-то. А почему вы приняли такое решение? Еще раз. Запрещено же все, да? Да. Они что-то не очень сильно хотят склады перебирать, кстати. Прошу заметить. Но у нас теперь все должно забиться хлебом на самом деле. Ну хорошо, давайте сейчас пока можем вот сюда перекинуть. Двоих. Троих. А вас перекинем вот сюда. Сейчас глянем, как это будет работать. Вообще, по логике вещей, они должны на любые свободные склады ближайшие закидывать, но они, видимо, клали болт на эту идею. Я их отчасти даже понимаю. Так, сколько времени занимает? Они еще и крафтят его очень быстро. Прелесть, просто прелесть.
Так, давайте все этот склад освобождать. Начинает забиваться хлебом. Если мы теперь посмотрим... Так, здесь производство уже 5000, но оно должно, по идее, стать где-то 8000 за год. Потому что мы увеличили больше, чем в два раза производительность. Случайно. Ну окей, это супер. Так, хорошо, что мы еще можем загрейдить здесь? А, так, тебя я загрейдил все 6 мельниц, которые не были догрейджены. По времени я все выставил. А из 26 мы делаем 56. Короче, у нас перебор с пшеницей теперь. Неумышленный, сразу скажу. Но переборчик. Так, где у нас овцы? Овцы мы загрейдили картами. Ну, давайте еще сюда подкинем картишек. Цыц. Так, сюда закинули. Винодельник где нашим? Винодельник грейдим, грейдим. Замечательно, повышаем работу, повышаем время работы. И выходит из 23 винограда 16 вина. А тут из 33... А, тут не догрейджено. Прошу прощения. Из 33 16, из 33... А почему здесь 23? А, потому что здесь понижение этого. А, сейчас, где у нас этот дружочек? Дружочек, переведись на карты... О, я забыл, как называется. Устойчивого развития, нет? Устойчивого развития. Сделай мне парочку штучек устойчивого развития. Буду очень благодарен. Буду даже супер благодарен. Кстати, интересно, а можно ли в него 20 запихнуть устойчивого развития, чтобы понизить на 60%? Я думаю, это было бы интересно. Так, по этому, да. С бумагой, скорее всего, придется еще тоже приумножить производство. Сколько у нас? 40 человек рабочих есть, и мы еще не уткнулись в кап по домам. Ну, в целом, что мы видим? Дома тут есть 3-го и 5-го уровня. То есть, в целом, им хватает того, что им доставляют. Пока что, во всяком случае. Так, устойчивое развитие мы на халяву одно получили. Замечательно. Так, сколько нам там обходится дороги? Давайте... Что по камню, кстати? Камня 8000. Найс, 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 найс. Так, сначала мы отсюда... Я вот не знаю, как лучше дорогу здесь проложить на самом деле. Давайте, наверное, по берегу, что ли. Потом в зависимости от нужды, если что, я ее изменю. Поэтому это проводим сюда. Так, как он проложит ее? Нормально, в принципе. Замечательно. Здесь мы просто ее продлеваем по прямой. Вот до сюда. Так, отсюда. Ух ты ж, ёпрест, он прям знает, как строить, слушайте. Красавелла. Так, есть. И тут нам нужна уже чуть другая дорога. Сейчас мы доведем до границы. А есть, и меняем на межгород. Вот так. Ребяточки, congratulations, у нас будет с вами связь. Мы будем с вами барыжить, дружить и вообще все на свете. А, так, мы можем коннектиться даже без дипломатии. Не, ну давайте, что мы. Зря вот это вот все. Вот туда, вот это. Так, держи подарок. 3000 бабла. Отношения 230. Отлично. Альянс. Альянс. Все, замечательно, добазарились. Замечательно добазарились. У нас сейчас как раз откроется инвестмент. Так, технология колонизации пока нет. Обработка золота, машинное оборудование. 30 производства древесины. Конечно, давай. 54 тысячи. Так, купить foreign quarter. Что он нам дает? Плюс 100 инкама. Плюс 100 влияния. For builder and host player. Ага, стоит 500 дерева. Так, давайте на этих проверим, товарищи. Нихера себе балумбала какая. Так, Opai, reject your request to build. Minor town and have no use to this type of building. Hotels could be useful though. Короче, для маленьких городов такие не годятся, а вот отели якобы, по его мнению, годятся. Но отель у нас идет после театра, поэтому давайте театр возьмем. И будем тогда шевелиться. Хорошо, ребятки. Жилой квартал построен, слава богу, вроде бы работает. Мы его еще будем расширять и, соответственно, взаимодействовать с нашими двумя союзничками, которые у нас новоиспеченные, так сказать. А пока что сделаем небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.